And even though it all and all must stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 hallelujah. Эти крики — красивейшее вступление. Прекрасно. Обожаю этот плач. Ошеломительно. Что я могу сказать про его вступление? Он обладает этим умением просто разговаривать с тобой. И эта песня неспроста начинается с самого низа его диапазона. Это делается для того, чтобы он протащил нас через все свои октавы. Здесь он заманивает нас своей простотой. Он будто просто разговаривает с нами. И я думаю, это то, чему мы должны научиться. Вот этому его очарованию с первых минут. И, конечно же, языку тела. Когда он стоит вот так, что грудь колесом. Это по-настоящему захватывает. Ляпота. Здесь опять этот красивый шепот, контролируемый так умело. И мне нравится вот этот жест. С этой стороны непонятно. Я про вот это. Это типа, я поставил клеймо на эту песню, и теперь она принадлежит только мне. И эта мелодия просто потрясающая. Да, началось. Он раскрывается. Большой.
Ничего меньшего я и не ожидала. Еще одна вещь, которой нам нужно научиться, это изучить всевозможные формы нашего рта. Я про артикуляторы, про глотку. Это же все наши репродукторы. И все зависит от того, что творится вот здесь. Звук зависит от формы. Вы же заметили, как на самом верху... Есть два подхода, чтобы сделать это. Или более округло. Это более открытая и приподнятая глотка. Я думаю, это круто, когда ты можешь показать столько всего. Когда ты способен выдать абсолютно все. Он же вообще страх потерял. Миксует разные стили и жанры. Каждому свое, и это его личный выбор. Главное, что он показывает нам, что есть миллион различных способов придать голосу форму, из-за чего все зазвучит по-другому. Округло. Очень оперно. И потом так низко. Прекрасно и насыщенно. Давайте послушаем это еще раз. Это то, что мы называем гибкостью. То же самое мы можем сказать про спортсменов, у которых гибкое тело. Это вокальная атлетика. Так перемещаться с одной ноты на другую. Причем так шустро и разборчиво, что мы слышим каждую нотку чисто и выразительно. Обожаю видеть аудиторию настолько заряженной. Вот так момент еще. Это ж нужно столько контроля. Он переходит в шепот, вибрато и даже воздух. Это было... Там был слышен просто воздух. Ох, как же я обожаю эти штучки, когда они есть в записи или на выступлениях. Это же такие мелочи жизни, но зато сколько эмоций они могут прибавить. Просто блеск.